знаешь, мне нравятся резиночки, мне грызюка любит. Потому что она мягкая. Не отпускает, смотри. Рыжик любит резиночки, потому что они из резины сделаны. Угу. Он любит все резиновое. Потому что он в детстве соску резиновую сосал. Может, поэтому, да? Да, но ну, теперь это с резин, запах резины ассоциируется с едой, да, вкусной. О, вот она. Какой шустрый. Какой замечательный котеночек. Все, наверное, хотели бы, чтобы у них был такой котеночек. Роскошь. Если вы хотите себе забрать этого котеночка, не забывайте, о чем мы вам говорили. Напишите нам на e-mail, который на экране есть, и в описании под видео, если вы в Алмате, конечно, живете. И тогда мы привезем вам этого котеночка. Там тебе принесли мясо. Иди. Марсик, тебя Марсик звать? На, вот смотри, какая вкуснятина. Ладно, дорогие друзья. В общем, пишите нам на e-mail, если хотите забрать этого котеночка себе. Ставьте лайк под этим видео обязательно. Вот, вот так вот. Пишите комментарии ваши. Мы подыскиваем для него новый дом. О, съел, смотри, понравилось ему мясо. Все съел. Ой, молодец. Все, до новых встреч, новых видео. Пока-пока.